Что вам всем нужно? Джош, даже ты с ними. Как это понимать? Ты знаешь, что нам нужно, Бет, и зачем мы пришли. Мы решили начать с тебя, раз дневник дал тебе возможность управлять временем. Нет, не подходите ко мне, я буду кричать. Успокойтесь, Элизабет. Пожалуйста, давайте поговорим. По-любому есть какой-то выход. Вы же не хотите, чтобы кто-то пострадал. У нас нет выбора, подружка. Ладно, Бет права, давайте поговорим сначала. Может, она вообще мне соврала, нужно проверить. Как бы я хотела, чтобы это все остановилось. Их четверо, я одна. Они сейчас меня прикончат. Ладно, у меня нет выбора. Знаете, что я подумала? Алло? Вы почему все замерли? Джордж, ты меня видишь? Сара? Хватит издеваться надо мной. Они стоят как вкопанные уже полчаса. Стоп. Я сказала, чтобы все остановилось. И все действительно остановилось. На улице машины замерли и все живые существа. Так я могу не только прыгать, но и менять время. Хочу, чтобы все снова стало как раньше. Ой, у меня так затекла рука. Да, понимаю, поясница просто отваливается. Очень странно. Слушайте, у меня тут появилась идея. Давайте мы все достанем свои дневники и посмотрим, не появилось ли там какой-нибудь записи. Ладно, давайте. Я не поняла. У меня написано, игра окончена. И у меня. У меня тоже. А у тебя что, Элизабет? У меня написано, поздравляем. Вы единственный человек с дневником, который не собирался причинять вред ради своих целей. За вашу чистую душу мы отдаем вам способность управлять временем. Да ты сама это написала. Нет, подружка. Хочешь, я остановлю для тебя время лет так на 10, чтобы ты убедилась? Кто вообще это определяет? Я тоже теперь буду хорошим. Пусть они передумают. Давайте я налью всем чай, и мы успокоимся. Ладно, видимо, правда ничего не выйдет. Если мы избавимся от тебя, в этом уже нет никакого толку. А вдруг способность передастся? Сара, ты что, не видела, что игра окончена? Все, больше никакого будущего, я ухожу. Ну а вдруг можно все-таки попробовать, пока мы все здесь? Как же вы меня уже достали! Сара, где твои мозги? Я хотела с вами по-хорошему, но, видимо, ты потеряла свои последние извилины. Ты понимаешь, что я теперь управляю временем? Если вы сейчас же не уйдете из моего дома, я начну играть по вашим правилам. Нет, ты не можешь так поступить. Да с чего вдруг? Вы меня так-то прикончить пришли. Вали из моего дома. А знаешь что? Нет, вали из этого города, Сара. Если я тебя еще раз здесь увижу, то я заберу лет 20 твоей жизни. Поняла? Очнешься сразу лет в 40. Бет, как я уеду? Меня не волнует. Даю время тебе завтра до вечера. Бет, прости Дождь, меня, пожалуйста. Ты тоже уходи. Извини, ты мне очень нравишься. Давай продолжим общение. Домой. Час назад ты пришел от меня избавиться. Уходи живо, пока я не сказала тебе то же самое, что и Саре. Ладно, ладно, я ухожу. Наконец-то все это закончилось. Зато теперь я смогу прыгать в будущее и смотреть ответы на контрольные по химии. Так что все было не зря.